В Эдинбурге прошла акция «За независимость Шотландии от Великобритании». В ней приняли участие по меньшей мере 20 тысяч человек. Организатором выступила Шотландская национальная партия. Ее лидеры заявляют о необходимости проведения нового референдума о независимости региона. Его условия обозначат после Брекзита. Напомню, на референдуме в 2014-м свыше 50% шотландцев проголосовали против независимости от Соединенного Королевства, а более 60% на референдуме о выходе Великобритании из ЕС хотели сохранить членство страны в Евросоюзе.